Не могут найти постоянное место жительства обитатели единственного кота-кафе в областной столице. Они вновь остались без крыши над головой. Эти хвостатые много путешествуют, но не по своей воле. Приюту приходится часто переезжать, в этот раз из-за того, что помещение, где жили 67 котов, продали. До этого у здания, где располагалось кота-кафе, сменился собственник. Новая стоимость аренды оказалась волонтерам не по силам. Директор кота-кафе, а по сути зоозащитной организации, которая спасает животных с улицы, находит им новый дом, даже рассказала о проблеме на заседании Думы Иркутска, но проблема не решилась. Сейчас 10 котов находятся на передержке, еще столько же переехали на время в зоомагазин. Многие находятся у директора организации дома. Может, есть в нашем городе неравнодушные предприниматели, которые готовы предоставить помещение для кота-кафе на льготных условиях.